И привет. Это опять Assassin's Creed Syndicate. Планы изменились. Аладдин. Поиски частицы и демо продолжаются. Аладдин тут... Это он, что ли, дудит? В балетках еще каких-то там стоит. Нет, чтобы нормальные ботинки носить. Скажите еще раз, какова наша цель? Среди бумаг Люсифторн я нашел письмо принца консорта. Там тот же знак, что и на вашем ключе. Письмо 47-го года. 47-го? В том же году принц стал реконструировать Букингемский дворец. Хранилище для плащаницы. Но поскольку на карте почему-то нет подписи «Тайное хранилище», Ваше Высочество, это мисс Иви Фрай. Мисс Фрай, Махараджа Далит Синг. Это честь для меня. Генри, нужные вам планы уже забрали. Забрали? Но кто? Кроуфорд Старик. Или те, кого он нанял. Я знал, что вам знакомо это имя. Вернуть их можно, но там много охраны. С этим проблем не будет. Я так и думал. Правильно, этот слинтяй бы ничего не сделал. Или он с нами пойдет? Этот биомусор. Нет, зачем ты попёрся со мной? Я постараюсь отвлечь стражу, а вы проберетесь внутрь. Да? О! Ради вас, Иди. Безусловно. Что ж, я найду того, кто знает, где хранятся бумаги. Подкатывает еще. И встретимся в поезде. Руку сломаю. Осторожней. Ну. Сколько у меня очков? 3. Надо 4. Пусть будет каратель. Почему не вкачивается 9? Осталось не так уж много навыков. Так. А как я ему поручу? Дополнительное задание — поручите Генри отвлечь внимание противника. Давай, делай свое дело. Давай. Каков план? Даете сигнал, я отвлекаю стражников, кидаю дымовую бомбу и скрываюсь. И пока они заняты, в дело вступаю я. Начнем? Я справлюсь. Как ему сигнал-то давать? Давай. Пошел. Начинай. Сейчас просто на крыше простоит. Тихо. Нет. Остальные тоже слышали? А, вот. Давай, Аладдин. Работай. Мастер стелса побежал.
Замечательно отвлекает парень. Давай еще одного. Нет, не застревай. Все, можно их мочить. Что в сундучке у нас? Нету документов. Чертеж. Улучшенные ножи. Так. Улучшенный метательный нож. Изготовим. Радиус действия. Помпки я даже не пользуюсь. Еще больше дротиков. Ну ладно. Почему нет? Деньги есть. Ресурсы тоже. Так, а что она дает? Защита и скрытность. Так, нет. Хотел двоих убить. Но получилось как всегда. Ладно, где там? Точка подхода. Молчать. Сундук в этом доме. И я должен его найти. Там-то девчонка. Так, там бригада какая-то. Блин. Там они дерутся вовсю. Пусть развлекаются, парни. Почему нельзя было еще одно окно открыть? Тут тоже нету, да? Ничего, видно, все же придется спросить. Похитите. Так, здесь где-то. Теперь еще этого Генри искать. Надо было рассказывать мне все. Поперся со мной только. Помешал теперь спасать его. Отвлекать он будет, ага. Поотвлекал. Счастливо. Расследуйте исчезновение Генри. Где Генри? Конечно, он сопротивлялся. Он даже убить кого-то смог. Четкие следы. Оставивший их страж был тяжелее других. Или что-то нес. А может быть, кого-то. О, малой,
два лепрекона, но... За него даже дети впрягались тут. Не пешочком придется идти, да? А хотя их и так видно. Так, это был великолепный водитель. Может, он обратно вернулся? Что это за следы вообще? Вылетело с дороги. Они гнали во все прыть. Так, это другая. Мы уже близки. Или нет? Я просто решил его убить. А то чё? Больше 20 ножей-то с собой таскает. Ну, конечно, их можно экономить. Так же, как дротики. До этого я и не пользовался. И бомбы надо, что ли, начать раскидывать. И ломали имущество города. Да, я на верном пути. Так, поворот. Долго они скакали. Я думаю, это будет близко. Но бежим мы уже достаточно долго. Она, наверное, устала. Хотя она как терминатор даже не выдыхается. Может бежать и бежать. Тихо. Да, стали девчонкой называть. Где бочки? У нас посторонний. А. Мы за тобой. Не мог просто стоять. Нет, надо было обернуться. Так, что там? Ничего они мне говорят. Так, где там мои бомбы? Как будто туман тут. Да уйди, кто меня там подпирает? Магазинчик. Палатка. Что продаешь? Ясно.
Ну, прыгай. Да ты чего? Спрыгнуть не могла. Так, стоять. Вниз, наверное, да? Утащили его. Может, его убили хотя бы там? Тогда хоть какая-то хорошая новость будет. Больше он не будет мешаться. Больше нету. Ну, встань здесь. Так, подходите. Ну чего один-то? Трой тоже давай. Как я вас бочками тут убил. Ой, ладно. Все живы и здоровы. Эффектное появление. Так, я не буду торопиться тебя освобождать. Потому что тут есть вещи поважнее. Прогуляюсь. Ладно. Уродец. Спасу тебя. Они отправили кого-то перепрятать планы. У вас их нет? Вы ранены? Идем. Чего он кричит-то? Это он, что ли, бомбу бросает? Давай, еще кидай. И убежал. Неправильно убивайте его. Ну что, его хотя бы в этом сражении убьют. Где там? Электробомба. Так уходим. Пошли, Генри, блин. Ну и пока, Генри, блин. Нет. Я ему сейчас в голову выстрелю. Надо было просто убежать. Какой же он тупой. Я там спасательную операцию провожу, а он убегать не хочет. Герой из себя строит, хотя даже драться не умеет. Все наоборот должно быть.
Ему должно быть стыдно. Ну и убегай. Примат. Вот так их надо убивать, а не бомбы свои кидать. Беги, кидок. Пусть его убьют. Мне не будет его жаль. Я уже такую толпу здесь перебил. А чего добился он? Ой, нет, спрыгни, спрыгни. За мной, пацаны. Драка намечается. Лучше бы он вообще не дрался. Не умеет еще лезет. Вон он уже где. Покажитесь, мисс Найтингейл. А мне надо найти хранилище раньше старика. Поговорим с Махараджей. Нет, к Махараджи пойду я, а вам осмотрят Волгу. Извините, похоже, я разрушил ваши планы. В поезде вам ничто не грозит. Вам не войти во дворец, даже если вы найдете это хранилище. Я буду не одна. До встречи в поезде, мистер Грин. Куда они делись? Так, инициация импичмента. Прыгай. Не беги. Сколько до тут бежать? Ладно, я помечу. Так будет спокойней. Намного. 80 метров. Ладно. У меня очков нету. 2. Может, если я вкачаю что-нибудь за 2... Автоматически перезаряжать оружие. Ну давай. Уровень. Да. Подъехал. 9. Ладно. Проходить дальше будем в следующей серии. Пока. Привет. И мы продолжаем играть в Assassin's Creed Syndicate.
о встрече с лордом. Мочить сейчас надо будет кого-то. Что это еще за чушь? Спокойно. Он у меня в кармане. Не зевай. Без моей проверки. Это мы так здорово все слышим. Кардиган зашел слишком далеко. За 500 километров. Я сам обращусь в Скотланд-Ярд. Ну же, господа. Я был уверен, что мы объединились против этого закона. Убивать так убивать. Джейкобу не привыкать. Убейте лорда Кардигана. Возможность уникального убийства, возможность скрыться и помощь. Так, ему надо 9-й покачать. Это чего он? Как лузер будет 8-м. Давай выбирайся. Снаряжение. Есть ли кукри покруче? Что-то не похоже. Наруч. Тоже самый крутой. Ладно, смысла нет смотреть. Особого. Зря я, наверное, спустился. Так, не убивайте полицейских. Не дайте цели заметить вас. Точка подхода. Не нужно. Ну это уже не полицейский, я могу его мочить. Разойдись. А, сундук там. Ладно, с ним надо поговорить. Простите, господа. Сержант Аберлайн из Скотланд-Ярда. Так где ведется эта скандальная деятельность? Что? Да, да. Сюда, пожалуйста. Идите за мной. Никакого шума. Никому не хочется быть замешанным в подобном скандале. Понимаете? Да, разумеется. Обычно я маскируюсь, но в этот раз обронил всю одежду в карту. Обожаю переодеваться в древнюю старушку. Я срисовал ее с маленькой. Сундучок. Долго еще идти за ним. Нашей схожести. Закрой свой рот. Идем. Идем, секунд. Все же в порядке. Политик, блин. Ах. Пойду пока других убью. Ты идешь? Идет, ага. Прямо за мной. Где уникальное убийство? Это не кулак.
Тогда можно убить. Чего? Что? Да, супер. Что? Мне нехорошо. Он заболел. Где там мой ствол? Раскидал тут все. Кинь, бросай. О, политику снова хорошо. Не оборачивайся. Ты чё, дурак? Дурак. Зачем на улицу вышел? Я хочу просто пойти и убить его. Этого я убить не могу. Достал. И сразу нормально пошел. Его нельзя пристрелить. Не толку, он мне не помогал. Где? Супер. Еще что-нибудь о Балаклаве. Прощай. Прощай, моя Британия. Моя заря померкнет, ибо граф Кардиган уснул навек. Боже, храни королеву и мой полк. Что за бред? Теперь сваливать надо. Делать ноги. Бомба. И убегаем. Сундук внизу. Остальные могут и подождать. Зато я полицейских не убивал. Они должны быть мне благодарны. Так. Скатывайся быстрее.
все. Но почему границы такие большие? Убегать замучаешься. Импичмент. Ого, сколько там опыта. 4400. К нему, как будто он весь из себя особенный. А мне казалось, что он не думал ни о чем, кроме твоих собственных интересов. Но я оказался неправ. Мы подружились. Он прошел сквозь ад. А в итоге спас нас всех. Ну и я решил... Извиниться я не смогу, но смогу, не знаю. Жить по его примеру. Ты хороший ассасин. Да твою ж мать! Привет. Сколько лет прошло? Галина? О, боже. Мы не виделись после взрыва лаборатории в Париже. Да, только взрывов было много, а ты вопил секретами. Епископ сказал, что Отцеберг здесь. Я убью его для тебя. Прекрасно. А теперь покараулишь? Я так хочу лечь и умереть. Отдыхай. Нас ждет важный бой. Шон и Ребекка в безопасности, но плащаница до сих пор не найдена. Письмо? Опять это письмо. Ох, сколько можно. Достал своим письмом. Все? Восьмая часть. Так, поиски Кроуфорда Старика и частицы Эдема всегда были сопряжены с большим риском. Но Джейкоб все равно был удивлен, когда узнал, что его действия привлекли внимание одного из опаснейших преступников Лондона, Максвелла Рота. Приглашение на ужин. И кто тебя приглашает? Максвелл Рот. Главарь висельников. Не ходи. Не пойду. Одно задание. Сколько опыта? 4000. Навыки. Расправа. Осталось 3 навыка.